Здорово, товарищи! Сегодня будем делать настоящее духовное развитие Индия. Догадывайтесь, карри называется блюдо. Для приготовления нашего блюда нам понадобится немного лука. Его желательно мелко порезать. У нас где-то примерно килограмм индейки. Карри вы, конечно, можете делать из чего хотите, из свинины, из курицы. Кроме из говядины, сами знаете, что корова у Индии святое животное. Карри — это смесь специй, где-то больше 20 видов. Чем оно хорошо? Оно хорошо, потому что оно усиливает наш метаболизм, и организм начинает работать как надо. Нам понадобится одна кастрюля. Лук, конечно, мы добавим сразу сюда. Добавим немного соли. Когда делаете карри по настоящей рецептуре индийской, должен быть острый перчик. Но у нас желудок более нежный. Мы, видите, имеете семечки, чтобы мы ем остроту вдвигнули. Нам понадобится это мелко порезать. Добавим немного масла. Конечно, оливково не принято, надо растительно, но у меня тенетка оливковой. Можно всегда, конечно, добавить немного моркови. Это будет очень интересно. Добавим одну эту штучку сельдерея. В принципе, не обязательно, но намного вкуснее получается. Все это добавим опять в нашу кастрюльку и отправляем все это на плиту. Пока у нас лук жарится, у меня есть бедро индейки. Его желательно мелко порезать. Такими кусками примерно режется мясо. Все это так хорошо посолите. Очень хорошо, если добавите немного паприки на ваш вкус, там остро-сладкая. Как вам это все понравится. И все это в сторону, чтобы мясо постояло какие-то 20-30 минут. Желательно, чтобы тут забрали помидор и порезали его кубиками на килограмм мяса. Вам понадобится где-то 3-4 свежих помидора. Это будет достаточно. Сейчас пойдем на плиту, немножко все прошевелим, чтобы могли, значит, да, нам ничего то не сгореть, чтобы было как надо. Деревянная лопатка. Лук нам обжарился. Сейчас мы добавим нашу индейку сюда. Все это хорошо промешаем, добавим карри и обжариваем. Сейчас мы сюда добавим помидорчики. Еще немножко, 2-3 минуты их обжарим. Чесноками тут нам сделаем. Порежем. Добавим сюда. Возьмем немного помидоров в собственном соку. Смешиваем и оставляем это все на медленный огонь, где-то примерно 10-15 минут. Можно, конечно, это сервировать по-настоящему, как в Индии, на рису, но подойдет и гречка, и картофель. Накрутить немного перчика. Добавить какие-то зелени. Всегда приветствуйте. Индийское блюдо, духовный живот свой развивайте. Спасибо. Чао.